Привет, мои хорошие! И сейчас мы посмотрим карту дня. Так, что это у нас? Посмотрите, какая говорящая карта. Аркан тройка мечей. И, значит, посмотрите, по рисунку уже можно понять то, что это не самый приятный символ, видимо, грусти, проблемы, пребывающие в результате несчастной любви. Но здесь есть еще и глубокое значение. Обычно аркан отображает тот факт, что вы приняли правильное решение, опираясь на разум, а не на сердце. И, допустим, если у вас речь идет о расставании, то отношения оказались проблемными и токсичными. И если вы же избавились от вредных привычек, то поступили очень мудро и действительно цените свою жизнь. Думайте только о позитивном. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока.